Грей, неси тарелку кушать. История о том, как умный пес выбирает для еды самую вместительную тарелку. В данном случае ее роль играет кастрюлька. Неси, неси, неси тарелочку, неси. Вот так Грей кушать хочет. И не только Грей. В окрестностях Саранска рыбаки заметили очень наглого пушистика. Отважная норка стащила из ведра карася и вернулась за добавкой. Автор ролика Николай Иванович признался, что в итоге отдал ей весь улов. А эти кадры запечатлела фотоловушка мордовского заповедника. Вот так преодолевают реку вброд местные кабаны. Хорошо бы, чтобы те самые кабаны не добрались до школьных теплиц в Ичалковском районе. Там есть чем поживиться, конечно. Недаром учащиеся во время летних каникул каждый день наведываются на пришкольный участок. Полют сорняки, поливают овощи, чтобы потом всю зиму кушать то, что сами вырастили. В сети появился видеоотчет из Рузаевского района. Накануне в Хованщине отмечали юбилей детского оздоровительного лагеря «Изумрудный». Ему исполнилось 85 лет, и сейчас вы наблюдаете то, чего мы не показали во вчерашнем сюжете на эту тему. Скуки в лагере не знаем, все в работе день за днем. Здесь мы шьем и выжигаем, здесь танцуем и поем. Пролетит, наверное, смена, и уедем мы домой. Наша лагерная сцена будет сниться нам зимой. Лето, то приедем мы сюда, потому что лагерь этот полюбили навсегда. Эй, Изумрудный, лагерь наш ты очень круг, каждый здесь твой друг. А этот почти трехминутный мини-фильм разместил в социальной сети пользователь Артур Фатхудинов. Любимый светотехстрой с высоты птичьего полета. Когда-то я ходила по этим улицам каждый день, а теперь живу в другом районе Саранска. Но мои теплые чувства к светотехстрою не угаснут никогда. Снимайте еще и присылайте нам, делайте интернет интереснее и не пропустите ваши новости в наших новостях.